Добрый день, дорогие друзья, да и недруги тоже добрый день. Вот сегодня решил залезть на сайт ГИБДД, наш любимый. Вот он. И решил посмотреть проверку штрафов, что у меня со штрафами. Ввел свои данные и нашел, что у меня там есть несколько штрафов. Вот, короче, мне эти письма счастья, скажем так, вот на эти штрафы, наша, скажем так, говёная почта России не приносила. Всем и так понятно, как она работает. Носят они, не носят. Ладно, бог с ними. С ними отдельно будет разговор. Но мне интересно, смотрите, вот если я сейчас хочу посмотреть, моя ли эта машина, там указана, срок свидетельства, срок поверки прибора, на который снята скорость, вообще где это произошло, на каком километре, какого и какой дороги. Вот здесь можно только направить квитанцию в уплате, уплатить онлайн и печать квитанции. Вот, ну попробуем распечатать квитанцию. Вот, ну напишем. Так. Валерьевич. Вот. Серия там, короче. Уточните название платежа, давайте уточним. Что? Да бог, не важно вообще. Все, печать. Печатаем. Ну вот, короче, смотрите. Не будем печатать. Вот что вылезет. Вот, Андрей Валерьевич. Все это дело. А где фотография машины? Где данные о дороге, данные о поверке? Где, в конце концов, электронная цифровая подпись того инспектора, который все это дело оформлял? Где это все? Почему я должен вам верить на слово, что вот, грубо говоря, вот сюда вот можно забить, ну, почта не принесла, бог с ним, да? Вот сюда можно забить любые данные и проверить их нигде нельзя. Или все-таки где-то можно? Если кто знает, напишите в комментариях. Спасибо.